Совсем скоро начнутся новогодние праздники. В то время, когда большинство жителей будет отдыхать, все службы жизнеобеспечения города продолжат свою работу. И их деятельность будут ежедневно контролировать ответственные отделы администрации. Градоначальник поручил взять на особый контроль жилищно-коммунальную сферу, где должно быть установлено посменное дежурство. Они обязаны и должны дежурить и предоставить нам графики. Поэтому по всем предприятиям коммунального комплекса должны быть предоставлены приказы на дежурство в выходные дни. Во время проведения новогодних мероприятий особое внимание необходимо уделить антитеррористической защищенности армавирцев. Поэтому правоохранительные органы во время народных гуляний будут работать в усиленном режиме, а в местах массового скопления людей примут повышенные меры безопасности. Те, кто у нас отвечает за мероприятия антитеррористические и все, что касается завтра или там позавтра совещания ЖКХ, второй вопрос еще раз напомнить всем руководителям, на что обращать внимание. Кроме того, на планерке обсудили новогоднее убранство города и выполнение плана по денежным поступлениям в городскую казну, а также рассмотрели ряд внутренних вопросов. Марина Белова, Евгений Холманских, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».